Всем привет! Вы на канале по ссылке из Китая. Меня зовут Саша. Сегодня у нас распаковка, обзор, 6 посылок. Некоторые посылки уже у меня открыты. Так получилось, стечение обстоятельств, заказывал для себя, но не на себя. И поэтому первый товар у нас — автомобильная зарядка BZOS. Я эту зарядку уже неделю потестил. Также я потестил блок зарядный Qualcomm 3.0 от этой же фирмы и их же кабель BZOS. Кабелек находится у меня вот здесь. Все приходит достаточно неплохо, в красивых упаковочках. Каждый товар упакован еще отдельно в свой пакетик. На шнурке был очень-очень классный такой карабин-стяжка силиконовый. Правда, я его пока неделю тестил, я его где-то потерял. Эти товары я покупал за свои деньги. Фирма BZOS мне ничего не присылала бесплатно. Единственное, что я нашел на эту контору, какой-то купон был в момент заказа, и поэтому мне буквально пару баксов получилось сэкономить на покупке. Ну, давайте смотреть, что же это за BZOS такой. Действительно выполняет функцию быстрой зарядки. Вот, как можете видеть, молния плюс. Это говорит о том, что телефон в данный момент получает быструю зарядку. Сейчас подключим родную Asus. И зарядка имеет обычную молнию. Обычная долгая зарядка. Плюс, что меня очень сильно обрадовало, что в этой зарядке вилка наша стандартная. А в этой бесячей асусовской, не знаю, китайской или какой-то стандартной, надо пользоваться переходником. Ну или если кто-то рукастый, надо перепаять. Вот такие показатели. 9 вольт 0,9 ампер показывает в данный момент. Хотя вчера, когда я делал замеры, у меня показывало, но без видео, правда, 1,25, 1,35 ампера. Это же зарядка. Чудеса. Зарядник меня полностью устраивает, провод тоже, ссылка будет в описании. Это зарядное обычное, никакое не быстрое, но выполняет свою функцию достаточно неплохо. Имеет два порта, сразу два у меня проверять возможности не было, проверял только один, но и один, и второй хорошо работают и выдают вот такие параметры. Для любителей вечеринок, просто подурачиться, можно прикупить себе вот такие желтые очки. Обычный пластик, ну здесь, естественно, тоже будет какой-то пластик. Дужки пластиковые, достаточно на вид хлипенькие. Все такое яркое, желтое, радостное. Ну, выглядит, в принципе, мне нравится, неплохо. По-дурацки, конечно. Не каждый сможет ходить в таких очках. Предметы не искажает, оставляет на своих местах. Можно брать. И здесь у нас корпус к пауэрбанку. Обычный корпус на 3 батареи, на 4 батареи 18650. Прикольно. По-моему, я заказывал на 3 батарейки. Ну, не, точно не помню. Ну да ладно. Имеется светодиодная лампочка, кнопка включения, микро-USB для зарядки и обычная USB-шка для отдачи. Просто характеристики, как у Xiaomi. Ну, хотя по факту характеристики, не знаю, эти, наверное, не полезны. И потом, когда вы его собрали, вы можете закрыть вот этой крышкой, чтобы привести культурный вид. И он держался внутри, вот в этой металлической тубе. Подобного плана корпуса я уже заказывал. Хорошие штуковины. Работают безотказно. Ну и напоследок хочу рассказать вам вот об этой чудо-кепке. Почему чудо? Ну, потому что в ней как минимум 4 косяка, которые мне не нравятся. Первое — торчащая нитка. Второе — вздутие на козырьке. То есть материал до конца не дотянули, и в процессе вот этих строчек
получился такой бугорок. В глаза он не сильно бросается, но все же, я люблю придираться к вещам. Далее, надпись «Ту тупай лак». Что такое «Ту тупай лак»? Какая-то удача? Ну, я перевел по-другому. Я перевел «Ты тупой неудачник». Ну, действительно, я, наверное, в данной ситуации себя отношу к покупателю-неудачнику, которому подсунули вот такой вот шрот. Следующее. Вот эта застежка, для чего она здесь присутствует, если механизм вот этот резинки очень сложной конфигурации сделан на отвали. И если у вас голова не больше кепки на 2 размера, то она у вас постоянно норовит вот так разъезжаться. Да, можно зашить, можно еще что-то, а можно просто не покупать эту кепку. Вот так эта кепка выглядит на мне. И я в очередной раз не рекомендую вам ее покупать. А лучше подпишись на мой канал, поставь этому видео лайк. Обязательно не забудь прокомментировать, и ты примешь участие в конкурсе на 150 российских рублей. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.